выходить начинаем с ямы. Начало ямы 8 метров. Впереди сейчас будет перекат. Его подтопило малость. На нем 7 метров. А было 3. Так. Вот под нами перекат. 8. Даже где-то 8 метров на перекате уже. Сюда всегда выходила рыба кормиться. И самы, и судаки, и щуки, и окуни, и жерех. Всех здесь ловили. Можно, кстати, попробовать по нему пройти. По правую руку сейчас будет яма. А с моей стороны как раз возвышенность. Яма всегда перспективно начинает дорожку, так как есть шанс выхода сама, ну и крупной всякой рыбы. Вот будет она кормиться. Так, поставили 205-й, проверенный. Есть. А вот это была потычка, ай-яй. Ну, очень похоже на щуку, но, ну, кстати, размер неплохой. Если, конечно, я его за хвост не поймал. Нет, это, наверное, все-таки не щука. Неплохой, походу, судак. Не трофей, конечно, но... Сомик! Сомик-малышок. Малявка. Ай ты, малявка. На Топтыгина. Но это святое существо в реке. И даже такого вот, более-менее подрощенного, мы рекомендуем отпускать. Давай скажи всем пока. Зови нам папку, там кого-то. Лучше деда. Бабка есть у тебя там? Давай, плыви. Так, можешь попробовать меня подальше отпустить? Почему у тебя идут поклевки? Мне нет. Мне это не нравится. Потому что это Топтыгин. Думаешь? Вот зубы. Раз. Зубы. Раз. А это твой проверенный. Ну, он после сама что-то перестал работать. А что ты мне это отдал? Хотел проверить, работает он или нет. Вообще должен. Ага. На кошках эксперименты ставят. Ну что, другой тебе дать? А вдруг работает? Ну давай еще раз пойдем. На тебе, короче, этого Топтыгина. Или не давать ему Топтыгина. Давай пройдем еще раз, потом посмотрим. Топтыгина. Не давать, давать. Да на родные ловить, конечно. Давай. Поборемся. Подальше пускаю, да. Подглядывает за мной.
районе полтинника, наверное. Можно сразу быть на дне, там яма. Натыкало? Натыкало. А он просто раз на 20 метров сейчас за самым подручком нырнул. Интересно, он успел там деду, бабке шепнуть? Пусть они меня отлупят. Не, ну хищник стоит, это хищник, блин. Это не пель. Место очень перспективное, блин. Кстати, неопытный вот человек с трудом поймет, на дне он или нет. Он как-то очень плавно прям идет. Я в свое время очень долго... Бандит еще плавнее идет. Да нет. Проверить, на дне или нет, можно вот так, раз, потяжками. И более-менее тогда становится понятно, тыкает он или нет. Или прибавить скорость. Когда он начнет рыть поактивней, будет понятно, что он на дне. Есть, 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 обтыкет! Ни хрена! Вот это завал! Вот это трофей! Ты их видел где-то? Кого видел? Топтыгин. Я говорю, у тебя еще есть здесь? Топтыгин, по-моему, один. Странно, почему на поверхность идет? Не хочу на поверхность. Трофей на поверхность не ходит. Так, слезка нормально? Отлично. Так, на меня идет, на меня идет. Валер Пацак. Оставляй в воде его всегда. Спиннинг клади на борт, и его... Да. Будешь цеплять, можешь воблером. Ну, не тро... Ой, как красиво. Поперек. То есть просто придержи вот так. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Чтобы не распутывать. Ну, вот такой. Конечно, это не шибко трофей, но кулинария нормальная. Взял красиво прям. И причем все во рту у него. Поперек прям схватил. Знаешь, что, Валерий, я попрошу тебя? Поставь эту клоуна. Он 8-метровый. Мы ему лопату заменим. Ноги выдернем. Давай. Ну, Илюша рад. Давай я разок попробую с 8-метровым пройти. Или нет, не стоит. Не знаю, братан. Давай попробую. Лопата есть 5-метровая. Ее оставь. Причем почему-то она уже заменена. Я менял. Вот такой есть 5-метровый. Будешь ставить? Блин, ну... Давай. Давай. Ты черной спиной похож на Топтыгин. Да, давай. Давай, 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 давай. Кольцо проверим.
А куда? Ты не менял, здесь стоял 5-метровка. Почему? Не, ну здесь кольцо вроде более-менее. Нормально? Хотя оно как-то не по стандарту. Видите, блин. Сейчас, подожди. А где он жил? Вот он, вот сюда кладем. Сейчас мы заменим. В принципе, оно такое более-менее, но в тройниках почему-то больше стоит. Хотя должно быть наоборот. На морде должно побольше стоять. Или хотя бы одинаковое везде. Но уж важнее на морде кольцо. На петельке. Выбрасываем нафиг. Колечки, кстати, неплохие, тоже продаются у Германа кованые. Или вот я брал в свое время Fish Season. Германовские у меня тоже есть. Хорошие кольца у них. В пакетиках продаются, а почему-то на воблерах не на всех стоят хорошие. Стоит, кстати, недорого. Так. А тройники ставим Овнер. Ну или там разные, там есть другие еще, всякие японские. Не помню точно, как они называются. Так, на, держи. А вот 8-метровую лопату надо. Странно. Так. Ну, Топтыгин, ты вообще даешь жару. Ну, вот здесь прям при ямах и, блин, много рыбы. В середине видно большая стая, и вокруг ее кто-то окружает. Да, может, судак. Ну вот я вижу, вот этот судак, ну, по идее. Маленький значок, в метре от одна и без всякой такой. Стой. Может быть, еще щука, не знаю. Блять, сом, по-моему. Горит как? Горит. Сом? Сом. 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 Только не разогни, только не разогни. Реплика стоит. Не-не-не-не, спиннинг сломаешь так. Сейчас он. Спиннинг в стакан быстро. В стакан спиннинг. Килограммчиков не знаю насколько, но. Нет. Долго тоже играть нельзя. Реплика, говорю, разогнет нахрен все. Ну, больше 10, ну точно. Тихо, пусть идет. Сон уже не работает. Все работает. Работает? Конечно.
Идет, пусть идет. Да, слушай, тут, наверное. Тут хороший. Вот он. Поздравляю! С трофеем 2017 года.